Всем привет! С вами Ира и канал «Готовим с любовью». Сегодня готовим простой, быстрый и очень вкусный салат – осенний лист. Не забывайте, что рецепты на канале «Готовим с любовью» и видео на семейном канале «Дружная семья» выходят ежедневно, каждое утро. Не пропустите! Давайте радовать свою семью вкусными домашними блюдами. Для салата нам нужны будут следующие продукты. 3 отварного яйца, 1 банка сардин в масле, 1 луковица, 100 граммов сыра, 2 отварной моркови, соль, перец добавляем по вкусу. Салат заправляем домашним майонезом. Рецепт есть на канале и будет в ссылке под видео. Начнем с луковицы. Лук нужно замариновать. Нарезаем кубиками. Нарезанный лук заливаем кипятком. Уйдет горечь. Теперь обязательно слегка подсолили. Добавили десертную ложечку сахара. И добавили уксус. Я добавляю 3 столовые ложки. Уксус 9%. Размешали. И пока мы будем готовить другие продукты, нарезать, разминать, у нас лук хорошо промаринуется. По времени лук маринуется 15 минут. Немного слили жидкость с консервы, но также немного ее оставили, чтобы салат у нас был вкусным, сочным. Обязательно жидкость нужно немного оставлять. Разминаем вилкой. Салатик нравится этот всем в нашей семье. Готовлю его очень часто, а подаю по-разному. Яйца отварные натираю на мелкой терке. Я все продукты салата натираю на мелкой терке. Так салат нежнее. Сыр в салат я также натираю на мелкой терке. Использую сыр моцарелла. Нам очень нравятся его вкусовые качества, поэтому использую именно его. Отварную морковь натираем на мелкой терке. Отварная морковь, чтобы была вкусная и не водянистая, я ее отвариваю 25 минут, не больше, иначе потом, ну, она будет просто у вас очень мягкая и невкусная. Отварная морковь у меня идет верхним слоем в салате и служит украшением. Салатик будет не только вкусным, но и очень красивым. Праздничную подачу вам обещаю. Домашний майонез заправила в одноразовый кондитерский мешок. А теперь на красивом блюде нам нужно нарисовать кленовый лист. У меня вот именно салат будет осенний кленовый лист. Поэтому вам нужно создать форму на блюде, нарисовать. Скажу так, художник с меня не очень, но буду стараться. Первым слоем у нас идут отварные яйца, натертые на мелкой терке. И теперь вот по центру выкладываем яйца, а дальше стараемся вот так красиво раскладывать по сегментам. Ножку листика не трогаем. Она будет полностью с моркови отварной. Слегка присолили яйца, совсем чуть-чуть. И теперь с помощью одноразового кондитерского мешка очень быстро покрываем этот слой майонезом. Без всяких либо проблем. Это настолько экономит время мое. Ложкой пока разотрешь весь майонез, все прилипает. Теперь следующий слой у нас консерва. Вилочкой вот так расправляем. И немного вдавливаем. Сверху консервы мы выкладываем маринованный лук. Теперь только наносим майонез. Следующий слой салата – это натертый на мелкой терке сыр.
и немножко вот так придавливаем, уплотняем слои между собой. Слой с сыром хорошо вот так придавливаем вилкой, уплотняем. Все-таки листик должен держать форму. Ну и последний контрольный у нас слой – это отварная морковь. Здесь мы подправим все недочеты, сделаем красивую форму листика. Но сначала нужно нанести майонез не только сверху салата, но и с боков, чтобы мы хорошо покрыли салат морковью. Вилкой наносим морковь и вот так сразу же уплотняем. Слой должен быть не толстым, но и не просвечиваться. Здесь важны будут детали и контуры. С боков мы вот так тоже аккуратно покрываем листики моркови. Ну а теперь осталась самая малость. Провести вот так жилки по листику, как бы украшая. Потом вот так. Ну вот, в принципе, салатики готов. Я знаю, что многие любят салат с сардинами. Ну а такое украшение просто добавит аппетит. И, конечно же, станет украшением праздничного стола. Готовьте на здоровье, готовьте в удовольствие и радуйте свою семью только домашними салатами. Всем приятного аппетита! С вами была Ира и канал «Готовим с любовью». До новых встреч! Пока-пока!